Дорогие девушки и женщины, позвольте вам дать непрошенный, но такой дружеский совет. Научитесь водить машину, и тогда вы очень сильно облегчите жизнь не только вашему мужу, супругу или вообще партнеру, но в первую очередь вы облегчите жизнь сами себе и дадите себе возможность быть более независимой и более свободной, потому что водить машину – это просто удобно и полезно. Можешь поехать куда угодно, в любое время отвезти детей, забрать детей, поехать по своим делам и не зависеть от мужа. Ну и мало того, что с мужем может тоже что-то сильно случиться, нехорошее, да, или он заболел, или что-то с ним случилось, и вот вы не можете уже ничего нормально делать, если только, конечно, вы не живете в таком образе жизни, что у вас все в пешей доступности. Поэтому научиться водить машину – это в первую очередь нужно и полезно вам.